Друзья, всем привет! Добро пожаловать на Рарицетен. Последнее время очень многие стали писать о резком взлете цен на автомобили, друзья. Так в чем же причина такого резкого взлета цен на автомобили? Так как очень большой поток покупателей и перекупов из Российской Федерации хлынуло сразу резко огромными потоками в Армению. И из-за этого цены взлетели. Поэтому я еще раз предлагаю те, кто серьезно намерены покупать автомобиль в Армении, обязательно обращайтесь к подборщикам, чтобы они заранее дистанционно подобрали для вас автомобиль, подготовили пакет необходимых документов, вы приехали и максимум за 2 дня все переоформили и уехали отсюда обратно на своем автомобиле. Вторая причина резкого взлета цен, друзья, подорожание автомобилей и самих цен на перевозку автомобилей из Америки. Третья причина – это отмена растаможки в Украине. В Украине отменили растаможку на автомобили, и все начали резко таскать автомобили со всех аукционов. Поэтому хороших машин стало очень мало, и из-за этого тоже цены резко взлетели. Очень много людей приезжают, не могут найти хорошие машины, не могут переоформить их. И потом вспоминают про нас и начинают писать нам или звонить нам. Друзья, пишите и заказывайте заранее. Когда вы приезжаете, мы бываем уже перегружены, занимаемся так перезагружены, мы не успеваем. Поэтому обязательно заранее обращайтесь к нам, заранее пишите, звоните. А теперь предлагаю вам посмотреть обзор авторынка Армении, ознакомиться с ассортиментом и с ценами. Желаю всем хорошего дня и приятного просмотра. Пока-пока. Это здесь самый известный фудкорт на авторынке. Все питаются здесь, потом уходят. Вот. Hyundai и Sonata. Спорт комплектация. Здесь покоцано, видите. Вот. Цвет белый жемчуг. Чкан? 14 тысяч долларов с люком, белый жемчуг. Вот еще одна площадка, ребят, внизу видите, Chrysler, Hyundai Elantra, там Toyota CHR, тоже русских везде, видите, сейчас я приближу кадр, чтобы вы увидели. А, сел в машину уже. Вот, короче, видите, внедорожники здесь в основном везде. Сейчас спустимся вниз, покажем. Короче, вот сейчас спустимся вот на эту вот площадку, ребята. Вот дорога идет отсюда. Вот она, ребята. Вот здесь еще одна площадка. Спускаемся, сейчас глянем, что там есть. Даже дрона, да, не надо, ребят. Все и так, как на ладони. Итак, мы уже приплыли, уже здесь. Honda Odyssey. Этих годов вот приблизительно будут от 10 до 12 тысяч. Здесь еще эти Volkswagen электромобили. Очень часто начали их уже привозить. Цен нету, видите, ни на этой, ни на этой. Цен нету.
Эс. Гина. 14500 вот этот. Тасьот Тива. 17 год. Искет баннера Honda, ну, Volkswagen. А, цен на эти не знают, ребята. Так. 17 год, 56000 пробег. Чкан. Че, гина. 14000. А. 19 год, вот это. 42000 пробег. Гина. 16500. Тканевый салон. Маленький монитор. Простая комплектация. Лакшери. Лакшери ворлд. Здесь в основном старые машины, привезенные из Японии до 2018-19 годов, ребята. Вот, видите, казах их смотрит. Казахам-то все равно, они любую машину могут везти. Поэтому. Добрый. Да, мерси. Вот это сено, интересно, сколько стоит. Свеженькое. Сено, ничка, нах, перезбалю здесь. Тива. 19 год, 36000 цена. ЛЕ комплектация. Да, это тоже, вот видите, проходная, недавно растаможена. Да. Все, погнали вперед, ребят. Балюс, начальник. Ари, брат, вот это фотографировай. Какой? Машина, вот. Я уже сфотографировал. Битая только поменена, один правый крыло, больше да. Ничего, все родное. Подушки, да. Матушки, все на месте. Все, отлично. Спасибо. Так, ребят. Сейчас переходим дорогу, идем на эту сторону, на обочину. Здесь тоже машины, Мазды есть. Маздам конкретный интерес сейчас. Можете заказывать через нас. Мазда 6, Мазда 3, Мазда CX-5. Вот сейчас у нас одна есть, она на стадии реставрации, уже скоро будет готова. Так, если хотите, пишите на мой WhatsApp, я пойду сниму. Увидите, в каком состоянии она прибыла с аукциона. Там небольшое, незначительное повреждение, и все. Белая и мокрый асфальт. Mazda 3. Обе Mazda 3, ребята. SkyActiv. Ни хозяев, ни бирок, ничего. И здесь Acura ILX. Это типа Lexus, тоже премиальный бренд, но принадлежит компании Honda. Красный кирпичного цвета салон. Красный кирпич. Двадцатый год.
особенно порадоваться пока что нечем. На рынке видите, как мало стало машин. Но сегодня, между прочим, Камри 70-ки и цены, видите, более низкие были. И это самое. Плюс больше их было сегодня. Видите, здесь 2-3 штуки есть. Черная, белая и синяя. Вот эта белая с панорамной крышей шикарнейшая. Комплектация здесь хорошая, огонь. Комплектация огонь, индивидуал. Панорамная крыша, красный салон. XSE, наверное, да, XSE комплектация. 20 тысяч пробег. 20 тысяч пробег. Крашеного места нету. Ага. Цена? 43. 43 тысячи долларов. Год какой? Чистый 20-й год. Я думал, дверь уже уйдет вообще туда. Made in USA. Made in USA. Американская сборка. Кожаный руль, двойной мультируль. Монитор. Вот здесь функции, опции. Такс. Здесь. Здесь. Обогрев и обдув. Охлаждение тоже есть на сиденье. А, давайте ВИН-код скрин сделаем сразу. Вот. Все, отлично. Здравствуй, здравствуй. Mm-hmm. Как вы, все нормально? Вы как? Самый хороший канал, отличный. Сам подписан. Откуда вы? Я из Самарканда. Я из Москвы приехал. Родом Самарканд, это да. Где, Узбекистан? Да, Узбекистан. Но в Москве живу 20 лет. Ага. Что ищете? Альфард, брат, Альфард. Я переписывался с вами. Да. Ну, Альфардами мы не занимаемся. Я знаю, да. 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 Только заводскими левыми рулями. Перекидками я никогда не занимался. Праворукий Альфард здесь. 7-й год, 4x4. Здесь вот этот Санта-Фе был, видите, помните, GDI мотор, он уже продался. Вот Honda давайте спросим, сколько стоит и пойдем. 17-го года 1.8 мотор, 4x4. Чарж есть барыб здесь? 18 тысяч долларов. Honda HR-V. Полный привод. Nissan Rouge. Сикан Иса? Тива? 19 год, 14 тысяч. Кшаца? 18 тысяч пробег. Nissan Kicks, че?
Nissan Kicks. Ружа? 17 год, 17 тысяч, 35 тысяч пробег, 18 год. СИХАШЕР ինչքան, а? 25,000. 25,000 СИХАШЕР. 17 год. Проходные все 22 года растаможка. Фьюжн, а? 19,000 Ford Fusion. 19 год. 36,000 миль пробег. Ինչքան ախպերս դայլուս 24500 դոլարով Սի որ կուզովնա F30 Վոտ կակոյ 16 գոտ աբյոմ Վայնոր տորբո Պրաբեկ 46000 Միլ 46000 միլ պրաբեկ Հետևի քաշողա, զարդի գրիրը։ Մինգոչ է դուր չամարան ես մանը։ Եդզին դարշը։ Շո ադզին Հյունդայ լանտրա, 19-ը գոտը։ Цены на хорошие от 17 тысяч долларов. Алюс, он здесь. Здесь такая вот. Бэха семерка, ребят, тех годов, начало 2000-х, цены от 7-8 тысяч долларов на них, 5.0 мотор. Чеченцы до дистанции, видите, отовсюду едут, везут. На продажу. Kia Soul Electro, Nissan Leaf, Tesla от 35 тысяч долларов. Таксоны, ничка на баре здесь. Какой год? 16 год, Гина. Самый классный. 22 тысячи цена, пробег 72 тысячи миль пробег. Санта Фе. Простой тканевый салон. Hyundai Kona. Вот он. Цены от 18 тысяч. Kia Seltos S. Да, Георгичан.
Тканевый салон тоже. Полный привод. 28 тысяч долларов цена, 12 тысяч миль пробег, 20-й год. Еще одна здесь соната. 58 тысяч миль пробег. 17-й год. Тканевый салон. Тоже простая комплектация. Цены от 18-19 тысяч долларов на них. Еще один здесь, это Элантра. 16 тысяч миль. Точмотор. 19-й год. Посмотрим ее комплектацию. Большим монитором здесь, тканевым салоном, то есть средняя комплектация. Пин-код. Посмотрим, что делает здесь дядя Арут. Играется с телефоном. Дядя Арут, привет! Манук Байлус! Пробег 12 тысяч миль, ребята. Цена 28 тысяч долларов, 20-й год. Новая совсем. GLI. Кожаный салон, перфорированные места. Полупанорама крыши. Низкопрофильная резина. Кого интересует, пишите. Капот, передний бампер и фара менялась, ребята. Был, говорит, незначительный удар спереди, но по вину мы откроем, проверим, если интересует. Вот он, ВИН-код. Yeah, I like it.